Всем привет, друзья! Вы на канале Ребро Видео, и этот видос о финансах, о финансовом мышлении, убеждениях, которые определяют наш уровень заработка. Если вы смотрели мои финансовые отчеты за последние 3 месяца, то можете знать, что я зарабатывал крайне мало. Одна из причин, потому что я постоянно сбегал с работ, мне не устраивали работы, я менял их, конечно же, меня кидали. Но главная причина и суть всего этого происходящего кроется в другом. Я проанализировал вообще данные своих заработков за прошлый год вообще. Сравнил то, что я зарабатываю здесь, с тем, что я зарабатываю на Украине, зарабатывал. И понял, что мой финансовый уровень не поменялся. Понимаете? То есть я не вырос, переехал в Польшу, я не вырос в финансы. Я начал думать, почему? Почему так? И ответ пришел. Потому что, приехав в Польшу, я привез с собой свои финансовые убеждения, свои установки, свое старое мышление. И именно это мышление определяет вообще события, которые случаются. Определяет мою реакцию, мои действия. Понимаете? Это очень важные, глубокие вещи. Сейчас нужно серьезно над этим задуматься. Как мышление определяет ваше поведение, мое поведение. Ну, я рассматриваю свой пример. Но вы также можете проецировать это на себя, если вас интересует данная тематика. И смысл в том, что есть установки, есть убеждения, программы в голове человека, которые он реализует в жизни, и которые так или иначе вот воплощают все в реальность. И мы получаем в действительности то, во что мы верим. Если копнуть еще глубже, то у меня, конечно, очень ущербное финансовое мышление. Так как я родился в селе, в бедной семье, с детства мне привили установки в том, что деньги зарабатывать тяжело, о том, что чтобы много зарабатывать, нужно либо воровать, либо быть не знаю кем. В общем, легких денег не бывает и прочие прелестные установки. В результате эти установки сформировали мое видение, мою жизнь и мой стиль жизни. Я уже насытился этим опытом нищебродским, поэтому в дальнейшем канал будет отображать мою личную трансформацию. То, как я выхожу из этого, то, как я меняю свое мышление, меняю свои убеждения, установки, и, соответственно, будет меняться моя реальность, моя действительность, мой уровень заработка должен расти. Я к этому стремлюсь. То есть цель моя через трансформацию себя выйти на кардинально новый уровень в жизни, в деньгах и в прочих сферах. Если копнуть эту тему глубже, финансовых убеждений, то можно увидеть, что множество людей, которые здесь, в Польше, либо на Украине, они, руководствуясь своими убеждениями, не позволяют себе перейти, пробить потолок, выйти на другой уровень. Вот они стабильно зарабатывают то ли там, то ли здесь определенные деньги, определенный уровень. И этот уровень не меняется из месяца в месяц, от года к году. Если ничего кардинально не изменится вот здесь, в голове, то и в кошельке ничего не поменяется. Я просто тоже смотрю некоторые каналы других людей, которые показывают свои финансовые отчеты, свои заработки за 3 месяца. И как они радуются, когда за 3 месяца человек заработал там чуть больше $1000 адским трудом по 12 часов. И он радуется, боже, какие деньги я поднял. Ну это же явный показатель того, насколько ущербно твое мышление, чувак. Какие деньги? $400 в месяц — это для тебя деньги? Пахать по 12 часов как в аду? Ну, мне тебя искренне жаль. Я не могу похвастаться хорошими доходами, но я хотя бы понимаю о том, что в чем проблема, в чем причина, и я хочу работать над этой причиной, хочу поменять ее. И если вы также хотите изменить свое мышление,
изменить что-то в своей жизни, осознать что-то, будьте со мной, подписывайтесь на канал и трансформируемся вместе, друзья. До новых видосов.